Ну, они вообще в произвольной-то проиграли всего 0,03, почти, вот считай. Их и нет. Итак, нет, Илюшечкина тоже хорошо каталась, но Илюшечкина катается много лет. Безусловно, это факт. Да. Вера эти Базарова, полгода. Юрий Ларионов, человек в железной маске. Вера Базарова и Юрий Ларионов тоже безошибочно, практически безошибочно откатали свою
произвольную программу, так в прыжки их немножко куда-то разбросало. А так они держались молодцом. Они их немножко разбросало. Она прыгнула тулуп на две ноги, поставила вторую и разбросала их так приблизительно вакселе. Метров на 10. Да, в акселе. Вот. И прыгнула Ридбергер. Выброс сделала тоже на две ноги с касанием. Бывало, что они и лучше катались, но такая борьба. Каждая зацепка будет читаться. Но самое главное, что есть школа.